Всем приветики. Заказал себе на Озоне новый коврик для мыши. Он пришел в таком пакете, просто как в почтовом. И внутри такая милая девушка анимешная. Вот. Взамен своего старого коврика вот такого. И этот, я думаю, все-таки будет получше. Хотя этот сейчас нормально смотрится, просто изначально он был весь грязный, я думал, что ему уже ничего не поможет, и заказал новый. А этот отдал маме, она его почистила, и он стал практически как новый. Но все равно он уже немножко выдавлен, вот здесь, и он поменьше. Получается, вот если сравнивать подушечки, то у старого подушечка чуть пониже. Ну, здесь в середине ниже, но вот эти две повыше. Вот. Получается, здесь, в принципе, рука всегда посередине лежит. А здесь можно положить как посередине это будет пониже, так и вот на большую подушечку это будет повыше. Так даже, получше. Она повыше, поудобнее, поприятнее. А здесь в середине... Оно даже и неудобно как-то лежит. Правда, он краской воняет. Сейчас, вот пока новый. Ну да, это ж принт его наносят. Вот, а так вообще прикольненько. Лучше, чем старый, во-первых, повыше. Во-вторых, рисунок интересный, нежели просто темное. Вот. Так что такая вот замена своему старому коврику. Плюс старый уже не клеится. Вот эта штучка заворачивается. Она вот лежит так вот все время загнутая. А это к столу. Может приклеиться. Так что такая вот замена и стоит недорого белорусскими. Почти 20 рублей я отдал за нее. Вот. Хотя есть такого плана. Такая подушечка побольше, может даже больше, чем здесь. Или такая же. Но, правда, она вся большая. Здесь такая выемка есть. И она стоит белорусскими 30 рублей. Но я решил, не буду переплачивать. Хотя там вроде бы должно быть, качественное. Но решил пока вот так. Кстати, мило смотрится такая... Милая девчонка. Ну и сейчас положу на столик, посмотрю, как с мышкой будет смотреться. Ну вот так вот смотрится на компьютерном столике. И здесь, получается, это самый новый предмет. Остальное все такое. Видно, что грязное, некрасивое. А это такое новенькое, красивое. Ну и мышечка. Вот таким вот образом будет. Ну да. Думаю, это получше будет, чем старый. Ну, а старый выглядел вот так. В принципе, тоже нормально, но, естественно, я уже буду пользоваться новым. Самая главная причина была то, что он был сильно грязный. Я не ожидал, что его можно отстирать, но мама смогла. И плюс здесь, когда трогаешь, чувствуется подушка вмятая уже. Вот здесь уже чувствуется такая вмятина. Здесь только повыше, а здесь так чуть-чуть пониже. На новом такого нету. И здесь вот оно. Все время приподняты края и не приклеиваются. Так что теперь со мной будет на столике такая вот девчушечка. Да, наверное, это ее имя Justice. Или нет. Или фирма. Не помню, какая фирма. Но вот такая вот девчушечка. Да. Ну вот так вот. Так что такая вот у меня обновочка. Такая покупочка. Ну а на этом все. Всем покедова.